Первый пошел! Да, с такой подготовкой далеко не улетишь. Ладно, второй пошел! Но тут тоже все понятно. Ладно, третий пошел! Ну, побыстрее, побыстрее, кто-нибудь придайте ему ускорение. А ладно, кто следующий? Кто следующий на вылет? Кто следующий на вылет из института? Нет, 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 пожалуйста, я все сдам, честное слово. Поздно. Лучшие студенты, гордость нашего института. Салют первокурсникам и преподавателям! Сегодня на праздник слетели все лучшие из лучших. И мы на седьмом небе от счастья оказаться среди вас. Да здравствуют мастера сессионного пилотажа. Те, кто на лету схватывает знания и пятерки. Радуются каждому экзамену, каждому билету. И постоянно стремятся ввысь. Ура! 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 Внимание всем пилотам! Атмосфера благоприятная. Важность 100%. Как и ожидалось, зафиксированы потоки со всех 6 факультетов. Разрешите начать праздничную перекличку? Перекличку разрешаю. Ребята, приготовьте свои флажки. Поприветствуем отличников факультета театра, кино и телевидения! Лучшие студенты культурологического факультета, вы здесь? Факультет декоративно-прикладного творчества, где вы? Хореографический факультет, ваш черед! Факультет документальных коммуникаций и туризма, вы с нами? И, конечно, консерваторский факультет, я вас не слышу! Перекличка проведена! Товарищ диспетчер, разрешите открывать слет? А вот это не ко мне. Для такого ответственного момента нужен мастер высшего пилотажа в управлении вузом. Вас понял. Для торжественного открытия слета приглашается доктор культурологии, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе, исполняющий обязанности ректора Челябинского государственного института культуры Сергей Борисович Синецкий. Аплодисменты! Здравствуйте, товарищи отличники! Смотрю и вспоминаю свою студенческую молодость, ведь я когда-то тоже был отличником. Не каждый семестр мне это удавалось, но было это и в моей истории. Я вас очень хорошо понимаю, эти бессонные ночи. Это постоянная жизнь с книгой в обоих руках и под мышкой. Но сегодня и компьютер, в мои времена не было такого. Я от души вам завидую, что вы такие молодые, такие красивые и такие умные. В зале сегодня ни много ни мало 170 отличников. Это почти рекордная цифра. И что вот мне, например, важно, что 30%, одна треть из них – это студенты, обучающиеся на платных отделениях. Иногда вот бытует такое мнение, что на платном отделении учатся, в общем, ну кто не смог, да, ничего подобного.
студент, он и есть студент. Все в этом смысле равны. Хочу еще сказать, что сегодня целая группа наших студентов получает стипендии законодательного собрания Челябинской области. Это крайне престижно, солидно. По-моему, они еще не успели даже вернуться оттуда в 12 часов. Там торжественное заседание, посвященное этому важному моменту в их жизни. И еще символично, что процесс подготовки к 50-летию института, процесс мероприятий, серии мероприятий открывается именно с летом отличников, с праздником всех. И вот на этом считаю, что слет отличников должен быть открыт. Спасибо большое, Сергей Борисович. Оставайтесь с нами на площадке. Отряд воздушного спецназа прибыл! Вы как раз вовремя, хотя и неожиданно. Отряд специального назначения? Так, точно. Нашим отличникам назначены особые стипендии, именные. Каждая из них вручается в честь легендарной творческой личности, педагога, много лет работавшего в институте. Отряд полной боевой готовности. Прекрасно. К вручению именных стипендий пофакультетно приступить. Есть. Уважаемый Сергей Борисович, именно вам предстоит вручить эти стипендии. А мы переходим к представлению выдающихся деятелей культуры и искусства, чьи имена вошли в историю факультета театра, кино и телевидения. Арон Михайлович Гербель, художник, актер, режиссер, сценограф, любимец коллег и студентов, преподавал сценографию будущим режиссерам. Стипендию Арона Михайловича Гербеля получает Анна Малетина за разработку сценографического решения множества театрализованных представлений в институте. Анна, занимайте свое почетное место на сцене. Эти аплодисменты для вас. Владимир Иванович Милосердов, профессор кафедры театрального искусства, народный артист России, председатель Челябинского отделения Союза театральных деятелей, которому в 2001 году оставил свое имя. Стипендия имени Владимира Ивановича Милосердова вручается Елизавете Есиной. Подобно Владимиру Ивановичу, Елизавета мечтает посвятить всю себя театру. Орлов, почетный профессор института и главный режиссер Челябинского академического театра драмы, народный артист, заслуженный деятель искусств России. Карина Халитова награждается стипендией имени Наума Юрьевича Орлова. Ее восхищает и вдохновляет образ этого человека, его трудолюбие и честность по отношению к делу. Владимир Герасимович Резвый, режиссер, педагог, руководитель курса, пришел работать в институт в 1970 году. В течение 5 лет заведовал кафедрой театрального искусства. Стипендия имени Владимира Герасимовича Резвого вручается Веронике Никитиной. Вероника также, как Владимир Герасимович, стремится к покорению новых вершин. Николай Петрович Шилов, поэт, сценарист, режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 21 год возглавлял кафедру режиссуры театрализованных представлений и праздников. Стипендия имени Николая Петровича Шилова вручается Ирине Кревиной, которая мастерски владеет словом. Следующая легендарная личность — Лидия Александровна Ещинина.
Мишкина, режиссер, общественный деятель, педагог, ветеран труда, первая заведующая кафедрой режиссуры, руководитель первого режиссерского набора. Стипендию имени Лидии Александровны Ещининой получает Ольга Завьялкова, которая стремится быть похожей на Лидию Александровну в том, чтобы воодушевлять людей на искусство и быть тем факелом, за которым следует. Бурные аплодисменты стипендиатам факультета театра, кино и телевидения. Мы желаем вам больших успехов. Занимайте свои места в зале. Переходим к следующему факультету. Консерваторский факультет. Его история бережно хранит имена легендарных музыкантов и педагогов, которые сегодня являются высоким ориентиром для творчества студентов. Борис Михайлович Белецкий, педагог, музыкальный общественный деятель, заслуженный работник культуры России, пришел работать в наш институт сразу после его открытия на должность заведующего кафедрой фортепиано. Стипендию Бориса Михайловича Белецкого получает Артур Музафаров. Он привык выполнять свою работу честно, без подлажек, как и Борис Михайлович. Артур, пожалуйста, занимайте свое место на сцене. Юрий Петрович Борисов, хормейстер, профессор, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, заведовал кафедрой хорового дирижирования. Стипендия Юрия Петровича Борисова удостоена Виктория Киселева. Ей также свойственно образцовое отношение к своей деятельности Юрия Петровича. Михаил Дмитриевич Смирнов, педагог, композитор, профессор, заслуженный деятель искусств России, автор гимна Челябинской государственной академии культуры и искусств и гимна Челябинской области. Дарья Лучшева получает стипендию имени Михаила Дмитриевича Смирнова. Эта стипендия дает ей стимул двигаться вперед и быть лучше. Дарья, занимайте свое место на сцене. Олег Васильевич Тиргалинский, музыкант, композитор, педагог, дирижер и аранжировщик, основатель уральского джаза, был доцентом кафедры эстрадно-оркестрового творчества. Стипендия имени Александра Васильевича Тиргалинского вручается Александру Клюкину. Александр продолжает дело Олега Васильевича, исполняет джазовые импровизации и аранжировки, которые получают одобрение музыкантов и профессионалов. Наши талантливые стипендиаты консерваторского факультета. Под громкие аплодисменты зала занимайте свои места. Наша гордость. Факультет документальных коммуникаций и туризма. Люди, которые стояли у истоков формирования этого факультета, внесли большой вклад в развитие культуры и науки нашего региона и всей страны. Вера Акимовна Ермакова, первый декан библиотечного факультета, доцент, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России. Обладатель стипендии имени Веры Акимовны Ермаковой Елена Зиновьева. Ей, как и Вере Акимовне, присущи такие качества, как организованность, увлеченность собственной рабочей деятельностью. Майя Александровна Антонова пришла работать в ВУЗ на следующий год после его основания. Почти 20 лет возглавляла библиотечный факультет в должности декана. Стипендия имени Майи Александровны Антоновой вручается Махабат Валеевой. Невероятная ответственность и собранность роднят Махабат с Майей Александровной. И
Александр Григорьевич Моргенштерн. Ученый, библиограф, профессор, доктор педагогических наук. 13 лет возглавлял кафедру библиографии. Юлия Шишкина получает стипендию имени Исаака Григорьевича Моргенштерна. Юлия работает в команде составителей библиографического указателя трудов преподавателей и сотрудников института. Борис Тимофеевич Уткин, заслуженный работник культуры России, ученый, библиограф, краевед, один из организаторов и родоначальников библиотечного факультета нашего института. Для получения стипендии имени Бориса Тимофеевича Уткина приглашается Анна Волкова. Их, несомненно, роднят любовь книгам и чтению, стремлению к новым знаниям и расширению своего кругозора. Искренне рад, что в нашем институте обучаются такие студенты. Под бурные аплодисменты зала направляйтесь прямо на свои места. Культурологический факультет. Лучшие его студенты сегодня удостоены стипендии имени выдающихся личностей, вошедших в историю института. Давид Борисович Перчик. Ученый, педагог, культпросветчик. Участвовал в открытии и становлении вуза. Был первым деканом культурно-просветительского факультета. Стипендия имени Давида Борисовича Перчика вручается Марии Ерпылевой. Мария награждается за целеустремленность и повышенную ответственность к себе. Эти аплодисменты для вас. Виктор Никитович Кутюков, профессор, доктор педагогических наук. На протяжении 5 лет был проректором по инновационной работе. Стипендия имени Виктора Никитовича Кутюкова награждается Екатерина Климова. Командиром студенческого педагогического отряда «Пульс». Следующая легендарная личность имеет отношение ко всему вузу в целом. Это профессор, кандидат филологических наук, поэт, критик, литературовед, член Союза писателей России Лидия Петровна Гальцева. Она возглавляла кафедру истории и теории литературы. Обладатель стипендии имени Лидии Петровны Гальцевой Александра Аронова. Александра является лауреатом первой степени в номинации поэзия в конкурсе «Наш поэтический взлет». Вот такие отличные у нас студенты. Летите прямо на свои места. А зрители зал неустанно аплодируют. Про следующих ребят можно смело сказать. Золотые руки нашего вуза. Спешим вручить стипендии за достижения в декоративно-прикладном творчестве. Для получения стипендии приглашается Елена Пяхина. Ваши аплодисменты. Стипендию заслужила Алена Маткина. Вот они, золотые руки нашего института. За достижение в декоративно-прикладном творчестве получает Аэлита Тагирова. Девушки, мы вами гордимся. Под бурные аплодисменты зала летите прямо к новым высотам на свои места. Теперь
Развития за выдающиеся достижения в хореографии. Приглашаем для получения стипендии Дарью Казадаеву. Стипендия вручается Ольге Терских. Черепанова. Дорогие девушки, вы надежда нашего вуза. Пожалуйста, занимайте свои почетные места в зале. Выше, сильнее! Этого девиза придерживаются студенты, которые сегодня удостоены стипендии за спортивные достижения. Все они – члены спортивных команд, которые защищают честь нашего института на межвузовских соревнованиях. Стипендии удостоен Алик Акопян! Альфреду Баеву. Вот они, наши юные спортсмены. Стипендию за спортивные достижения получает Алексей Емельянов. Для получения стипендии приглашается Антон Пешко. Дорогие мужчины, желаем вам новых спортивных и учебных высот. Смело занимайте свои места в зале под бурные аплодисменты. Институт поддерживает студентов, которые активно проявляют качество уверенных лидеров и руководителей. Они не боятся ошибок и готовы тратить все свое время и силы на развитие доверенных им общественных организаций, как когда-то это делали первооткрыватели нашего вуза. Поликарп Васильевич Сапронов. Доцент, кандидат исторических наук, педагог, ученый, первый ректор нашего вуза. Стипендия имени Поликарпа Васильевича Сапронова вручается Валерии Старостиной. Валерия является председателем студенческого совета института. Стипендии первого ректора удостоена Татьяна Постарнак. Получает эту стипендию за развитие творчества и личностных инициатив у студентов. Александр Петрович Грай, профессор, кандидат экономических наук. На протяжении 23 лет был ректором нашего института. Стипендия имени Александра Петровича Грая вручается Алисе Хрульковой. Имени второго ректора заслужил председатель правкома студентов и аспирантов Артур Трифилов. Александр Иванович Лазарев, профессор, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры России, фольклорист, литературовед, ученый, первый проректор по учебной и научной работе института. Стипендии имени Александра Ивановича Лазарева удостоена Юлия Ефремовцева. Праздничной культуры.
учебной и научной работе получает Мария Горбунова. Она является активным участником экспедиции по сбору фольклорного материала Южного Урала. Вы первые в своем деле, подобно первооткрывателям нашего вуза. Завершайте еще больше открытий и отправляйтесь на свои места. Огромные аплодисменты из зала. Поздравляем всех именных стипендиатов. Благодарим вас, Сергей Борисович. Очень важный нюанс. Именные стипендиаты получили сегодня не только дипломы, но и, не буду называть сумму, которая попадет им на карточку, но, как сказал бы наш ректор, она их не разочарует. Спасибо, Сергей Борисович. Отряд специального назначения свою миссию выполнил. Товарищ авиадиспетчер, разрешите покинуть площадку? Разрешаю. Есть! Что такое? Срочно покиньте воздушное пространство! Я не знаю, как! Потяните за кольцо и направляйтесь подальше отсюда! Кольцо? Да! Ага, вижу! Продолжаем движение по плану. К показательному выступлению приступает отряд капитана Воздушарикова. Разрешите представиться. Капитан самого легкого на подъем летательного аппарата. Капитан Воздушариков. В основе отличного воздухоплавания лежит простой закон. Если сила знаний больше силы тяжести сессии, то вы подниметесь вверх. Испытать этот закон в действии хотя бы раз в студенческой жизни уже большая победа. Поэтому я очень рад за тех, кто по результатам прошлого семестра впервые поднялся на новую высоту. То есть стал отличником в первый раз за все время обучения. Товарищ авиадиспетчер, разрешите открыть воздушное пространство для отличных пилотов? Открытие разрешаю. Очень скоро окажутся рядом с нами. На взлетную площадку приглашаются студенты, которые по результатам последней сессии впервые стали отличниками. Мы вас ждем! Согласно нашим данным, факультет театра, кино и телевидения 11 человек. Из них 7 студентов со второго курса, 3 с четвертого курса и 1 с третьего курса. Хореографический факультет 6 человек. Все со второго курса. Культурологический факультет 4 человека. Ребята с четвертого курса. Факультет документальных коммуникаций и туризма 3 человека. Отличники с третьего курса. Факультет декоративно-прикладного творчества 2 человека. Студенты третьего курса. И консерваторский факультет 5 человек. 2 студента со второго курса и по одному с третьего, четвертого и пятого курса. Ваши аплодисменты. Товарищи пилоты, а что нужно делать, чтобы наш воздушный шар быстро набирал высоту? Сбрасывать из корзины мешки с песком. Верно. А что нужно сделать, чтобы отлично сдать сессию? Выбросить из головы все лишнее. Браво! Летательный аппарат готов! Порой отличникам приходится чем-то жертвовать ради подготовки к экзаменам. Нам стало интересно, от чего чаще всего
отказываются наши студенты. Мы провели опрос и вывели 5 популярных позиций. Дорогие отличники, а как на ваш взгляд, какой ответ занимает первую строчку? От чего во время сессии отказываетесь вы? От сна. Верно, сон. Сон дороже лекарства. Восполните свои приятные сновидения. Расскажите, пожалуйста, нам, какие ваши любимые занятия чаще всего оказываются за бортом во время сессии? Отдых. И, наверное, развлечения тоже. Порой душа требует развлечений, так что повеселитесь от души. Чего во время сессии отказываетесь вы? Личное время проведено с парнем. Встречи, разговоры с друзьями. Все за одного, а один за всех. Тогда и в деле будет успех. Скажите нам, пожалуйста, от чего чаще всего отказываетесь вы во время сессии? От поездки домой? Правильно, поездки к родителям. В народе говорят, кто родителей почитает, тот век счастливым живет. Берегите своих родителей. А нам нужен еще один ответ. Ваш вариант. От чего вы отказываетесь во время сессии? От еды. От еды. От еды. К сожалению, этот ответ не вошел в 5 самых популярных. А у нас на табло остался такой ответ, как «ни от чего». А еще до глубины души нас порадовали такие ответы, как «от свежего воздуха», «от хобби», «от собственной нервной системы», «от родного мужа» и, наконец, «от всего, кроме сессии». Я мечтал. Мечтал о такой команде, как вы. Благодаря вам наш воздушный шар отправился покорять новые высоты. Но я все равно ничего не понимаю. Отказаться от всего этого – это же сплошной стресс. Вот именно, стресс. Но пройдя через все трудности лишения летней сессии, наши свеженькие отличники обрели уникальную стрессоустойчивость. Теперь их трудно отвлечь, искусить или вывести из себя. Они ловко планируют среди тучи дел. И 5 за четки – это уже большая награда. Но мы решили, что вы заслужили большего. Подарки внести! Под ваши бурные аплодисменты! На нашей взлетной площадке награждается отряд отличников за одну последнюю сессию. Поприветствуем наших отличников! Поздравляем вас, стрессоустойчивые вы наши! Отправляйтесь на свои места! Факультетов вузов. Каждый из них достойно показал себя на сессионных летательных испытаниях. Так держать, господа пилоты воздухоплавательного судна! Капитан воздушариков, покиньте взлетную площадку. Ух ты! Как красиво! Лучший студент, парашютист и просто красавец. Вот это да! Прием, прием! Ты все еще здесь? Будешь летать в облаках, на слет отличников вообще никогда не попадешь. Ладно, понял, понял. Вертолетный экипаж? На месте. Почему не вылетаете? Ждем вашей команды. Вперед! Thank you.
профессию на отлично несложно. А ты попробуй повторить еще раз, и еще раз, и еще раз, если понадобится. Для таких подвигов, кроме стрессоустойчивости, необходимо нескончаемое трудолюбие. Именно оно и отличает наш отряд пилотов, окончивших две сессии и более на отлично. Однажды поднявшись на высоту, они продолжают держать планку. Точно. Обратите внимание налево. Не зря говорят, хочешь жить, умей вертеться. А эти заводятся с полуоборота. Раскручивают творческие и научные проекты. Пишут, читают, сдают, снова пишут, снова читают. Да как будто у них пиллер в одном месте. Точно, и это место называется мозг. Посмотрите направо. Как известно, вертолет может работать в самых экстремальных условиях. Снег, дождь, пожар, наводнение, действующий вулкан. Наши студенты аналогично способны готовиться к сдаче в любых местах. Невероятно! Похоже, они вообще не знают слова «лень». И как им это удается? Несколько простых рецептов на тему. Как во время сессии избавиться от лени, все сделать и все всем успеть. Возьмем все в руки, преодолеем. Идем мы к цели. Приложим силы, составим планы. Пятерка в кармане. Экзамены сдали. Чтобы избавиться от лени, нужно просто взять себя в кулак и терпеть, говорит Юлия Шамсутдинова. Придем на пары, не сильно пары. Удачный день. Распишем время и четкий график. Распорядок. Пары, день, время, график. Мы все успеем. Необходим четкий график, тогда не будет времени на лень, считает Анастасия Спицына. Собрали волю и все желание. В одном кулаке. Чего нам надо? Чего хотим мы? Знаем точно. Воля, желание, хотим, знаем. Мы все сможем. Чтобы избавиться от лени, нужно придумать Эмма. Мотивашку, утверждает Ирина Галиулина. А сейчас держись крепче и готовься восхищаться. На взлетную полосу выходят деканы, студенты которых сдали две сессии и более на отлично. Встречаем бурными аплодисментами декана культурологического факультета Евгения Александровича Андреева. 20 разносторонних студентов, сдавших две сессии и более на отлично, получайте от своего декана приятные подарки. Ждем на сцене декана факультета документальной коммуникации и туризма Марию Викторовну Густову. Взлетайте скорее к нам, чтобы получить подарки для своих 11 эрудированных студентов, сдавших две сессии и более на одни пятерки. На сцену приглашается декан факультета театра, кино и телевидения Мария Германовна Шаронина. На этом факультете учатся ярких 35 студентов, сдавших две сессии и более на 5. Ждем на сцене декана консерваторского факультета Михаила Владимировича Ивашкова. Идите к нам на всех парах, чтобы получить подарки для своих 22 студентов, сдавших две сессии и более на отлично. На сцену приглашается декан хореографического факультета Виктор Иванович Панферов. Наше заявление зафиксировало легких на подъем 25 студентов, сдавших две сессии более только на 5.
Ждем на сцене декана факультета декоративно-прикладного творчества Алексея Григорьевича Лишукова. На этом факультете учатся 6 драгоценных студентов, сдавших 3 сессии. И более отлично. Уважаемые деканы, получайте для своих отличных студентов подарки. Подарков у вас сегодня ВОЗ и телега. Уважаемые студенты, приготовьтесь и поаплодируйте нашим деканам. Уважаемые деканы, вместе с подарками приземляйтесь на посадочные места своим отличным студентам. Будьте осторожны. Продолжаем аплодировать. Капитан вертолетчиков и его верный помощник, второй пилот. Команда за мной. А это еще что такое? Это стая твоих долбов. Отличников долететь! Сдашь? Сдам! Сдашь? Сдам! Стой! Прием, прием! Отряд самолетов! Готовность номер 1! Вас понял! Убираем трап! Заводим мотор! Выходим на взлетную полосу! Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от пилота. Самолетов. И мне довели нам встретить небольшую, но самую эксклюзивную группу пилотов. Это пилоты экстра-класса. Они с легкостью летают на дальние дистанции. Первая, вторая, третья, четвертая. Все сессии им по плечу. Зачетные зоны турбулентности преодолевают на автомате. Полет их мыслей и творчества невообразим. Они всегда на высоте, так сказать, круглые отличники. А все почему? Потому что они не только стрессоустойчивы, трудолюбивы, но еще невероятно целеустремленные. Отлично. Товарищ самолетов, расскажите, к какой же цели стремятся ваши пилоты? Докладываю. Главной целью девушек с хореографического факультета являются получение новых знаний и навыков. Я думаю, что заслуженный красный диплом станет приятным бонусом в копилке их достижений. Пилоты консерваторского факультета преследуют разные цели. Кто-то хочет найти ненаходимое и объяснить необъяснимое, а кто-то хочет просто досрочно сдавать сессию. Так держать, отличники! Удача на вашей стороне! Отличники с факультета театра, кино и телевидения с легкостью справляются с трудностями в учебе. А для чего?
Для того, чтобы поступить в магистратуру, стать преподавателем в вузе и, конечно, чтобы порадовать маму. Отлично! Ребята с культурологического факультета получают удовольствие от учебы. И поэтому отличные оценки отвечают им взаимностью, а желание получить красный диплом и сфотографироваться с самим ректором, на мой взгляд, скоро станет явью. Это очевидно. Для отличницы с факультета документальных коммуникаций и туризма учеба – это своеобразная проверка на прочность, с которой она, похоже, справляется отлично. А на факультете декоративно-прикладного творчества считают, что, будучи отличником, остается стремиться к хорошей работе и отличной заработной плате. Товарищ диспетчер, цели ясны? Яснее синего неба. Тогда в честь пилотов экстра-класса объявляю показательное выступление. Наши пилоты. А теперь внимание, внимание, круглые отличники, просим вас отстегнуть ремни. Товарищ диспетчер, к награждению суперпилотов приступить? Естественно. Тогда бурными аплодисментами встречаем хореографический факультет. Они уже не могут стоять на месте, их ноги так и бросятся в танец. На этом факультете учатся 7 пилотов экстра-класса. Консерваторский факультет, мы ждем вас! На их базе закрепилось 6 голосистых пилотов. Факультет театра, кино и телевидения на взлетную полосу! Это фантастическая четверка! Культурологический факультет! Громче аплодисменты, друзья! Этот факультет может похвастаться 3 отличными пилотами. Мы ждем факультет документальных коммуникаций и туризма. Абсолютный отличник. Это эксклюзив. И, конечно, факультет декоративно-прикладного творчества. Также один пилот экстра-класса. Подарки вручить. Капитан самолетов, пора закругляться. Пилоты экстра-класса, просим вас на площадку. Под аплодисменты зала, круглым отличникам. Ура, ура, ура! Удача всегда будет на вашей стороне. Так держать, круглые отличники. Всем пилотам на праздничной трибуне. От лица наших экипажей желаю, чтобы не только учеба, а все у вас было отлично. Покоряйте новые высоты и никогда не падайте духом.
Это еще что такое? Какой курс? Курс на отличную учебу. Покажите зачетку, пожалуйста. Зачетку? Понятно. Это не наш пассажир. Молодой человек, мне кажется, что вы в пролете. Освободите взлетную площадку. Приступаем к закрытию. Как это к закрытию? Ну я ведь к вам так стремился. Мне есть что сказать. Неужели нет? Ни единой надежды? Ну почему же? Мы очень надеемся, что вы и все присутствующие первокурсники окажетесь на слете в следующем году в качестве главных его героев. А как не остаться в следующем году за бортом? Очень легко. Расправьте крылья и летите навстречу новым знаниям, научным открытиям и творческим успехам. Тщательно готовьтесь во всех условиях. Соблюдайте правила ВВС. Внимание, всезнание, сосредоточенность. Даешь пятак не под пятку, а в зачетку! Даешь за все экзамены подряд автомат! Обращаемся к каждому лично! Сдаешь сессию на отлично! Мы благодарим за помощь в организации и проведении студенческий совет, за спонсорскую поддержку правком аспирантов и студентов нашего института. Спасибо вам! Сегодня 17 ноября, Международный день студента. С праздником всех нас!